Друзья, всем привет! С вами Леся и хочу вам показать свои покупки вещей, которые я сделала в магазине Остин. И также я вам вставлю видео, я там примеряла эти вещи на себя, но единственное, там такой яркий просто свет, который слепит и искажаются оттенки на самом деле, то есть они более такие, не такие насыщенные, яркие, мне кажется, на видео смотрятся. Хотя, и попробую даже фотографии вставить, ну там я там немножко фоткала, чтобы, может быть, на фотографиях лучше цвет. Не знаю, попробую вставить, вам все показать. Значит, смотрите, моя цель была именно купить верх, то есть не штаны, не джинсы, а именно верх. И с тех пор, как я была в последнее время, коллекция поменялась, и я кое-что для себя выбрала в моноцветах. Смотрите, взяла вот такой вот худи, он розовый, он такой розовый, прям пастельно-розовый, не такой, как я вот вижу на камере, он прям совсем бледный, на самом деле он прям как розовая зефирка, такой прям прекрасный девчачий цвет, и очень здорово будет ходить в таком вот худи. Смотрите, он именно вот на весну я взяла, на холодную зиму в Москве, да, все мы знаем, какие зимы в Москве, ой, лето, на холодное лето в Москве, в общем. Также тут есть капюшон, и стоимость такого худи 1999 рублей. У них все джемпер называется, неважно, даже футболка. У меня размер М-ка. Здесь, смотрите, 85% хлопка. Основная ткань. Тут вот подкладка капюшона. Ну, в общем, основная составляющего этой одежды это хлопок, что очень-очень важно, потому что я смотрела некоторые, мне понравились там худи, свитшоты, но они синтетические, я не хочу синтетику на голое тело одевать, чтобы у меня потом все зудело, покрывалось пятнами аллергическими и так далее. Значит, вот такой вот у меня худи с капюшоном розовенький. Так, следующий, в общем, это точно такая же модель, точно то же самое, только в другом цвете. Мне так понравилась розовая, поэтому я подумала, что я возьму, ну, я там некоторые еще мерила, и подумала, что я возьму еще вот такой вот зеленый цвет. Я не люблю зеленый цвет, но этот цвет, он такой яркий. Знаете, он такой, даже не то, что он прям, он пастельный, он такой сочный, он прям такой, знаете, весна-весна, вот смотришь на него, и поднимается настроение сразу же. И мне так захотелось его купить, обычно я зеленые вещи не покупаю, не ношу, но это цвет сейчас в тренде, прям такие сочные, зеленые, пастельные оттенки. Все в этих зеленых тонах, и, наверное, это цвет 23-го года. Ну, в общем, смотрела я на вещи таких оттенков, но мимо вот этого худи решила не проходить. Что самое интересное, здесь вот у него цена 2599, хотя они оба за 1999 шли. Видите, 1099, а тут точно такой же, но вот другая цена. На самом деле, смотрите, видите? То есть они одинаково стоят. Я, кстати, даже не видела, что он тут столько стоит. Да, смотрите, тут, конечно, есть такие вот косяки, которые я не обратила внимания. Ну, вот так вот. То есть немного косяки с прошивкой в зеленом есть. Но тут надо было мне, конечно, смотреть в оба. Но я, знаете, неделю не выходила на улицу, болела и как сумасшедшая, в общем. Улица, магазины. Так что вот такой вот еще зеленый худи, опять же, с капюшоном. Этот такой розовый себе взяла. Так, и следующее, что покажу, опять же, в этом моноцвете. Это прям у них такая коллекция.
Опять написано, что это джемпер. Ну, стоит 1599 рублей. Это мой любимый цвет, такой лавандовый. И это прям футболка. Но она, знаете, такая вот футболка, которую одеваешь и сверху, например, накидываешь легкую куртку. То есть она не прям такая на жару, она вот тут по бокам такие разрезы. Она на прохладное время года. Так что захотелось мне ее тоже купить. Мне понравилось, как она сидит. Все эти вещи, они такие свободные. Я довольна. Мне нравится. Посмотрите, какие цвета. Какой красивый лавандовый. Какой сочный зеленый. Какой нежный розовый. Все такие оттенки. Прям, знаете, вот весна, настроение, позитив. Ну, сплошные положительные эмоции. Так что вот так вот я себе набрала. Значит, было списано 650 бонусов. Тут они как-то равномерно распределились. И получилось, что заплатила я 4947 рублей за это все добро. Так что вот такие вот у меня были покупки, которыми я очень-очень довольна. Очень мне прям понравилось. Спешу поделиться с вами. Всем. Вот моя Алиска. А сейчас я одеваю на